Глава 23. Заключение. Что произошло той ночью, как мы выбрались из страшного водоворота, я не знаю. Я пришел в себя в хижине рыбака с Лафонтенских островов. Товарищи мои были целы и невредимы. Мы крепко обнялись. Переправиться во Францию было нелегко. Сообщения между Северной Норвегией и Южной редки. Надо было ждать парохода, который ходит от Нордкапа раз в 2 месяца. В ожидании этого парохода, оставшись жить у милых, приютивших нас людей, я привел в порядок свои записи. Поверит ли моему рассказу? Не знаю. Но я верно и точно рассказал о своих приключениях. Что стало с Наутилусом? Жив ли еще капитан Немо? Узнаю ли я со временем имя этого человека? Донесут ли волны когда-нибудь до нас рукопись, в которой описана история его жизни? Я надеюсь. Я надеюсь и на то, что Наутилус вышел невредимым из водоворота, что капитан Немо перестал карать людей и спокойно занимается учеными исследованиями на дне океана. 6000 лет тому назад экклезиаст задал вопрос: кто мог когда-нибудь измерить глубины океана? 2 человека имеют право ему ответить. Мы — это капитан Немо и я.